Вы посмотрите, какой он стрёмный, ребятки! Капец, какой страшный монстр! А! Он меня, короче, снова притягивает, ребят, он меня притягивает, нет! Фу, наконец-то я разжег этот костер. Как же холодно, какая сегодня ужасная погода. Кстати, всем привет, ребят, меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мое новое видео. Ребят, я вам сейчас такое расскажу. Дело в том, что я возвращаюсь к себе домой, в свой самый защищенный домик, а был я в соседней деревушке. Ну так вот, до них дошли слухи, что якобы появился какой-то страшнейший монстр, которого еще мир не видывал. Если вы помните, ранее на меня нападали различные монстры, и они постоянно мне угрожали тем, что якобы у них там есть какой-то босс, который меня уничтожит, если я там не верну своего беззубика. Кстати, беззубик — это мой дракошка, я скоро вам, скоро вас познакомлю с ним. И скорее всего, что этот босс, он на нас будет нападать, ну как бы он вторгся вот в наш вот этот вот мир. Поэтому, ребятки, мы с вами будем, наверное, все-таки покидать наш домик. Я, если честно, не помню дорожку. Пусть этот костер, в принципе, горит, а мы будем с вами продвигаться вот в эту вот сторону. А вот и он, ребят, быстрее забегаем сюда, в него, пока тут никаких монстров нету. Ребятки, а, стоп, а что это такое? А, это снеговик, фу, я уже испугался. Ребят, нужно покидать, в принципе, эту местность не по той причине, что монстр на нас какой-то будет нападать, а по той причине, что, ребят, здесь вечная зима, тут очень плохо все растет, смотрите. Тут эти вот клубнички всякие, потом тут вот я огурчики еще насадил, вот там у нас какие-то ягодки на деревьях растут. Это, короче, мы с вами все соберем, но для начала я хочу вас познакомить со своим дракончиком. Смотрите, он спит, не будем его будить. Я только, знаете, что сделаю? Я хочу разжечь костер. Сейчас я разожгу, чтобы тут было потеплее, потому что, ребят, здесь так холодно. Смотрите, паутина, короче, на стенах тут у нас. Даже снег. Это все нужно убрать. Хотя нет, у меня нету времени на то, чтобы все это убирать. Ребят, давайте мы, наверное, с вами поспим. Ой, а продолжим уже утром. Ой, как же я классно выспался. Мой дракошка проснулся. Беззубик, привет. Как я соскучился по тебе, мой маленький дракончик. Ай, ты чё, Беззубик, ты чё меня укусил-то, а? Я не понял, я аж паутину запрыгнул от этого, от испуга. Ребятки, он меня кусает. Эй, ты чё, меня не узнал? Он, наверное, просто очень голодный, ребят. Я понял, да, он проголодался. За окном уже погодка более-менее наладилась. Вот единственное то, что туман еще остался. Я думаю, что можно... выходите и поразбивать наши лаки-блоки. Я слышу какие-то звуки. И это не звуки моего обжорика, точнее беззубика. Это какие-то гарпии летающие. Ребят, на нас еще обратно какие-то монстры напали. Вы дадите мне собраться спокойно или нет? А дракончик мой где? А, он в костре вот сидит, греется. Где эти гарпии? Ай! Блин, замораживают, ребята. Они замораживают. Так, срочно нужно забегать сюда домой. Быстрее, быстрее, закрываем дверку. Вы видели, какие они сильные? Я их сейчас всех поуничтожаю. Давайте мы возьмем этот вот посох и возьмем парочку этих вот снарядиков. Да, сейчас снарядиком их уничтожим. Только, ребят, это разрушительные снаряды. И где вы там, а? Где вы, монстрики? А, вот, вот ты, чувак, да? Блин, не хочется мне его стрелять, ребят. Ай, ударил меня. Я не хочу его стрелять своими сферами, потому что... вот сейчас можно. Потому что я бы разорвал тогда дом свой. Есть, я его уничтожил. Да, ребят, я уничтожил этого монстряку. Хорошо. Ну это, ребят, это ледяные гарпии. Они вообще мне надоели, постоянно кто-то на нас нападает. Всегда, в чем прикол, что всегда на нас кто-то нападает. Ребят, мы сегодня с вами, я так понимаю, покинем эту местность. Это последнее видео, где я вот именно в этой вот местности. Вот единственное, что нам нужно сделать, так это собрать все, что тут у нас есть, весь урожай. Тут, короче, кукурузка, смотрите, дальше огурцы, малина, клубника. Я вообще удивляюсь, как она здесь росла. Давайте перекусим клубничку. Ммм, вкусненькая, если честно. А огурчик? Я бы закусил бы, конечно, это все огурчиком, потому что клубника довольно-таки сладкая. О, а огурчик, он немножечко сытнее. Ладно, давайте мы по-быстренькому постараемся разбить эти вот лаки-блоки. Может быть, здесь будет что-то прикольное. Отлично, лаки-лук, ребят, это очень хорошо. Мне лаки-лук нравится намного больше, чем обычный лук. Может быть... мы с вами все-таки как-то постараемся уничтожить того монстра, ребята. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не, пожалуйста, только не ты, ладно, ребят. Ну, это не беда, мы с вами находимся в нашем самом защищенном домике, у нас здесь есть куча ловушек, и он сейчас упадет в мою самую скрытую ловушку. Давай, иди сюда, потому что его просто так не уничтожить, этого монстра. Давай, все, падай, 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 есть, хорошо. Просто он весь экипирован, весь...
в алмазах там каких-то. Ладно, он все будет медленно погибать. Еще осталось 5 лаки-блоков. Короче, какая-то зелька. О, то, что надо, ребят. Давайте я сейчас выпью эту зельку. Это, короче, зелька, которая дает очень много плюшек. Отлично. Ну, нужно было, наверное, все-таки ее выпить, когда на нас тот монстр бы нападал. Там еще погрейся немножечко, хорошо? А я пока соберу эти, как его, вещички там и все такое, хорошо? Ребят, что это такое? Мне страшно прям оборачиваться. Что? Что это? Ребята, это тот монстр. Он меня притягивает как-то. Ай, капец, он меня чем-то притягивает. Но благо то, что мы с вами находимся в нашем домике. Ай-яй-яй-яй. Фу, он меня отпустил. У меня из еды есть только жареная свинина. Еще можно хлебушек скрафтить. Ребят, походу, что жители говорили именно об этом монстре. Посмотрите, какой он стрёмный. Давайте я открою дверку и просто вот так вот выгляну. Что? Ай, блин, не-не-не-не-не, так, сферами стреляем в него, на, получай. Я проиграл, ребят, возрождаемся. Так, я возродился у себя дома, а, он меня притягивает, этот монстр меня притягивает, нужно срочно дверь закрыть. Ребята, нужно закрыть дверь, так, все, он все равно меня держит. Блин, я не могу двигаться, я попал еще в свою паутину. Так, главное, чтобы он не уничтожил моего дракончика маленького. Что? Это что, его какие-то помощники, это какие-то смерти? Или что это вообще такое? Зря, конечно, я все свое оружие, все свои сферы там лишил. Побегаем и хватаем это все. Хватаем. И убегаем обратно. Так, может быть, из Лаки Лука хотя бы постреляем в него. На, получай ров стрел. Вот так вот стреляем в него. С первого раза меня подбил, ребята. И снова он меня куда-то тащит. Блин, надо убегать от этого монстра страшного. Смотрите на его голову. Ой, какой он стрёмный-то, блин. Как мне его уничтожить, ребятки? Я не знаю вообще. Короче, я думал, что я не буду использовать, в принципе, свой секретный сундук. Но я думаю, что без него, ребят, никак не обойтись. Он находится под моей кровати. Это, ребят, как раз на черный день. Смотрите, что у меня здесь есть. Я уже, в принципе, даже подзабыл. Так, что тут находится? Ладно, давайте быстренько возьмем тогда броню, возьмем тогда лук и часть стрел. Сейчас мы постреляем в этого монстрика. Одеваемся. И вы только посмотрите, какой я мощный перец. Да, меня не так-то просто теперь уничтожить. Ладненько, монстряк. Ты, конечно, зря на меня решил нападать. Он стреляет мне какими-то этими, вот этими вот своими штуками, но ничего не происходит. Кстати, мой дракончик, он испугался, ребятки, но не беда. Я видел, куда он убежал, он где-то вот в ту сторону побежал, короче. Он жив, ребят, не переживайте. Он жив, с ним все хорошо. Также можно еще взять яблочек еще немножечко. Мы перекусим сейчас, меня тут ослепил. Ну ничего, я сразу восстановился. И теперь, чувачок. Ай, блин, обратно меня ослепил. Давай, кушаем золотые яблочки, кушаем быстрее. Ребят, тут просто у него есть еще призраки какие-то. Эй, неужели эти призраки зашли в мой домик? Мой самозащищенный домик. Да блин, да отстань ты меня, отстань от меня. Что за страшный монстр, ребят, вот мы с вами еще чуть-чуть не успели. Сейчас будем, наверное, убегать от него. Давайте мы, наверное, прихватим все, что тут у нас есть. Все алмазики, потом талисман бессмертия. Короче, все, просто прихватываем все, что есть. И теперь нужно как-то просто сваливать. Не знаю, может быть, какие-то подкопы делаем. Либо резко открываем дверку, ребята, и убегаем отсюда. Открываем дверь и убегаем. Все очень просто. Здоровье будет восстанавливаться у нас или нет? Почему у нас здоровье не восстанавливается? Я не понимаю. Блин, он меня снова схватил. Короче, он, смотрите, хватает меня, потом отпускает. Вот когда он меня отпустит, ребят, нам с вами срочно нужно убегать отсюда. Это, в принципе, мы с вами будем делать. Так, все, он меня отпустил. И теперь бежим, ребята, бежим. Резко. Давай. Так, в лес, ребята, бежим в лес. Только в лесу мы с вами можем спастись, наверное, от этого монстра. Ай, огонь сейчас. Сейчас его огонь меня достанет. Так, его огонь. Блин, стреляет меня, ребят, стреляет огнем. Вы посмотрите, какой он стрёмный, ребятки. Капец, какой страшный монстр. Он меня, короче, снова притягивает, ребят, он меня притягивает, нет! Стреляем из лука, ребят, стреляем, на, получай! Так, все, сваливаем, ребятки, сваливаем быстрее от него. Так, все, короче, не будем на него смотреть, главное не смотреть ему в глаза. Когда мы с вами смотрим ему в глаза, то, ребят, он тогда нас может притянуть к себе. Стреливаемся, мой, по-моему, беззубик где-то вот сюда вот побежал, ребята, там еще вот какие-то призраки вон обитают. Так, а я смогу вообще в него попасть или нет? А ну, давайте постараемся просто. Может быть, получится его из лука пострелять, потому что, ребята, это как бы необычный лук. Этот лук, он наносит намного больше урона. Хотя, не, ребят, ничего не получается. Ребят, как бы печально это ни звучало, но мне, к сожалению, придется покинуть свой самый защищенный домик и перебраться в какую-то другую местность. Но вы сами видите, тот монстр, который на нас сегодня напал, он просто неубиваемый. Его уничтожить невозможно. Ну, а мы с вами, ребятки, обязательно еще отомстим ему, но это уже будет в следующих сериях, когда мы подготовимся как следует. Ребят, у меня родился план, как уничтожить этого монстра.
монстра. Дело в том, что у меня целая куча алмазов, как вы заметили, и я смогу нанять мощнейшую армию, и мы тогда обязательно разберемся с этим монстрякой, но это уже будет в следующих сериях. Ну, на этом свое видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе моих новеньких видосиков. Ну, а на этом все, с вами был я, Алексис, всем удачи, всем пока!